Алла Пугачева почти год живет с семьей в Израиле. Певица поселилась в Кесарии, где арендовала шикарную виллу с арендой за несколько тысяч долларов в месяц. Однако изнутри коттедж артистки никто еще не видел. И вот, Примадонна поделилась редким видео, которое она сняла в одной из комнат дома, оказавшейся весьма маленькой и скромной, по сравнению с просторными комнатами в шикарном замке в поселке Грязь в России. Алла Борисовна запечатлела детей Гарри и Лизу, пытающихся повторить популярный челлендж подкинуть бутылку с водой так, чтобы она приземлилась на донышко. Сначала проделать этот фокус пробовала дочь Пугачевой, но у нее никак не получилось правильно подбросить две бутылки. Поэтому свои силы решил испытать сын артистки. Он объявил, что сделает все с первого раза, и ко всеобщему удивлению осуществил задуманное. Хоть и случайная победа, но сколько радости, подписал ролик Максим Галкин, впечатленный его успехами и бурной реакцией. Подписчики Примадонны были рады увидеть редкие кадры с детьми, которые вряд ли в скором времени вернутся на родину, поскольку уже учатся в местной школе и осваивают иврит. Многие также обратили внимание, что образ жизни певицы заметно изменился в Израиле. Ей пришлось оставить в прошлом шикарные хоромы подмосковного замка и ютиться в небольшом доме без высоких потолков, просторных комнат и антиквариата. Друзья, с вами был Петр Игрик. Всем счастья и здоровья!